И посмотрите, момент у Батищи возникает. Батищи выходит из 1 на 1, в ближний угол бьет, но... Мануковский. Вот теперь подача. Вот он, Павли. Удар поворотом от Царукяна. Ну куда ж вы бьете, Валерий? До ворот дело не дошло. Нарушение правил нет. Ответ Калуги. Мяч на правом фланге. Удар поворотом. И снова не точно. Позволяет или не позволяет ему иногда сложные мячи обрабатывать. Царукян. Хорошая атака Факела. Шипилов под левую убирает. Бьет поворотом. Рикошет. Угловой удар. На той игре, выступавший в роли резервного арбитра, эту манеру несколько перенял. Батищев, удар поворотом, это было совсем близко, чуть-чуть не хватило. Но вот момент у Калуги возникает, и удар поворотом снова не точно. Даже выше Батищева иногда оказывается, а вот Батищев с мячом и на Полякову передачу. Поляков в штрафную площадь на Царукяна, Царукян решать нужно. Царукян поворотом, и снова мимо, Валерий Царукян. Позиция. Царукян в центре поля. Царукян движется к воротам уверенно. Под левую убирает. И Царукян продолжает играть и бьет по воротам Поляков. Тим Сафронов номер 37. Рядом с ним в центре обороны Александр Павлий. 47 на его спине. Дмитрий Неплюев номер 5. Это все линия защиты. Далее. Внимание. Царукян. Разбег низом. Рикошет. И прямо в руки Боротько. Калуга в атаке, уже в штрафной площади, и удар поворотом выше. Забитыми мячами только 5 в их исполнении. Пропустили они, конечно, побольше, на немного. И Калуга в атаке, сейчас опасный момент возникает, ворот Доровских. Доровских! Неплохое движение показывает команда даже на 84-й минуте. И Суханов на правом фланге. Суханов проходит штрафную, опасный момент, Суханов! И это неплохо, Седов. Еще одна классная передача, мяч уже в штрафной площади, удар поворотом и гол! 1-0! Факел Воронеж 1-0! И кто же забивает этот гол? Илья Грузнов, уважаемые друзья. Илья Грузнов, 36 номер. Первый гол Ильи в этом сезоне за молодежку Факела. Есть один за основу, есть один за молодежку, то ли еще будет. И вот он шанс, еще один гол забить. 3-2, выход. И есть слева Грузнов, и есть справа Федин. И передача следует не совсем удобная. Боротько выходит, пустые ворота. Нарушение правил.